народ, покупочки сделаны. Я обожаю вообще покупать что-то для машины. Я уже это писал у себя в группе на стене. Что мы купили? Вот, кстати, магазин, в котором мы все это покупали. Прокладка головки блока цилиндров. Виктор Рейнс. Не знаю, как там правильно с ударением. Штука обалденная, ставлю второй раз. Это прокладочки впускного и выпускного коллекторов. Обычные прокладки, ничего такого нет. Я даже не знаю, какой фирмы. Хороший. По-моему, тоже Виктор Рейнс. Это немецкая фирма SM. От нее я купил. Вот смотрите, как настоящая фирма. Кстати, обратите внимание, вот здесь есть голограммы. Видно, да? Две голограммы. Обратите внимание, как производитель упаковывает каждый клапан. Вот так должно, вот так вот будет приятно. Две коробочки. Четыре впускных, четыре выпускных, как обычно. Дальше. Ничего интересного, это болты и головки блока цилиндров. Я уже сказал, что я куплю себе старого вида болты. Кстати, это сухари для клапанов. Кто разбирается, поймет. Вот такие болты, если видно, это шестигранник. Я второй раз уже ставлю их. Это бита. Шестигранная, кстати, надо проверить сразу ее. Не обманули. Ну и, конечно же, сальники. Фирма Триали. Вообще, зеленый цвет очень люблю. Два сальника. Это коленвал и один распидвал. Собственно, мне нужен только распидвал. На это я оставлю себе. Хотите, кому-нибудь подарю. Пишите, если что. Обсудим. Вот такие покупки у мужчины. О, я же не показал. Маслосъемные колпачки. 8 штук. Производитель L-Ring. Вроде тоже Германия, но говорят, что сейчас их делают в Китае. Сейчас мы поедем домой, успокоимся. Мне было сказано, что я сейчас буду пить какао с печеньем. Меня это устраивает. А уже завтра я буду снимать голову и тащить ее в мастерскую. Обо всем об этом я, естественно, расскажу. Всем спасибо, пока. Ребят, когда вы заходите в магазин автозапчастей, в Москве в этом плане, конечно, все проще. Здесь стараются следить за качеством, потому что это, блин, деньги, это товар. В регионах чуть-чуть посложнее, там могут обмануть, очень много подделок. В магазине, в котором я всегда беру, не брал запчасти, я не сомневаюсь в оригинальности запчастей, но всегда проверяю, и вам рекомендую проверять все. Например, клапаны, которые я купил от фирмы SM, у них есть голограмма. Из этой голограммы эти пачки не выпускаются. Каждый клапан завернут в фирменную упаковку. Я знаю, что это оригинал. Фирма Триали тоже делает определенные моменты, из которых вы можете понять, что это оригинал. Обращайте внимание, когда покупаете биты, когда покупаете какие-либо ключи, особенно вот скоро я куплю динамометрический ключ, сейчас я решил его не покупать, потому что затягивать головку я буду не сейчас, не завтра и не в ближайшую неделю. Я не хочу брать ключ, если он будет вдруг неисправен, об этом я узнаю только через 2 недели, и будет, извините, очень сильный геморрой приходить, чтобы возвращать и доказывать. На меня будут смотреть как минимум как дурака, который пришел через полмесяца заявлять о том, что неисправный ключ. Поэтому, ребята, обязательно, если вы что-то покупаете, следите за тем, что вам дают. И еще один маленький пример. Когда я заходил в магазин на одной из касс, мне продали вот эту вот самую прокладку Виктор Рейнс. Она хорошая, она оригинальная, я тоже в этом уверен, потому что здесь стоит голограмма, правильные штрих-коды. Единственный косяк был в том, что вот наполовину коробки кто-то ножом пытался что-то вскрыть. Разрезан был полиэтилен и полезна коробка. Я раскрыл, так раздвинул полиэтилен и увидел, что на прокладке есть царапины. Это нехорошо, так прокладка не должна ставиться. Для этого она и сделана в несколько слоев с определенными покрытиями, чтобы эти покрытия были целыми. Следите за тем, что вам дают. И если вам, как вот мне, кассир скажет, да это нормально, ничего страшного, никого никогда не слушайте. Если вы берете новое, оно должно быть новое и целое. Всем спасибо. Пока.